очень глупая, как считают некоторые. А сама ты как чувствуешь? Сама я этого не чувствую. Правильно делаешь. Плюнь на некоторых. И на учительницу? Если бы не Сережа Лавров, я все 3 года в 1-м классе просидела. Не было бы Сережи, нашелся бы другой. Я ему клятву дала. В чем? В чем надо? Не сдержишь. Нет, сдержу. Ты, Клава, не глупая девчонка. Просто у тебя другой ум. У твоих подруг один ум, а у тебя другой. Но тебе их ума не нужно. Вот я всю жизнь прожила своим умом и никогда об этом не жалела. Главное в жизни – это никогда ни о чем не жалеть. А если по арифметике 2 получила? Да. А где же твой Сережка был? А он ногу на брусьях растянул. Значит, ты справишь. А мне вчера нянила из хора выгнала, говорит, у меня слуха нет. У тебя внутренний.